История Балакова создается людьми труда. Об этом сказал глава БМР Сергей Грачев на открытии обновленной доски почета. И именно поэтому на ней имена тех, на кого стоит равняться, кто работает на благо города и его жителей. Несмотря на то, что в год педагога и наставника особое внимание уделили образованию, есть на доске почета и портреты передовиков производства, представителей различных заводов. Так, например, слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования и металлургического завода Балакова Юрий Макеев рассказал, что занесение его на доску почета – это заслуга всего коллектива. Работаю со дня постройки завода, еще на стройке начинал, уже, можно сказать, почти 11 лет. Цехов не было, все строилось. И так вот продолжаю до сих пор там трудиться. Новые имена на доске почета – это не только признание заслуг наших земляков, но и оценка важности труда каждого из них. На протяжении года портреты 16 балаковцев и названия 6 организаций будут напоминать нам о тех, кто вносит большой вклад в развитие Балаковского района.